Приветствую, на обзоре нож от фирмы EAF & Grow. Модель называется EAF 934. Вот такой ярко выраженный Ворнклифф. Нож неплохой, ну как всегда, очень качественно исполнен при бюджетной цене относительно. Рукоять G10, 3D обработка. Вот такая форма. Большой бэкспейсер, в нем же большое отверстие для темляка. Бэкспейсер небольшой, на 1/3 где-то. С противоположной стороны аналогично. Клипса глубокой посадки, стальная. Отлично пружинищая. Клин строго по центру, в осевом подшипник. Это флиппер открывается за плавник. Открытие отличное, закрытие тоже. И есть еще вот такой хол, отверстие овальное, за которое тоже можно открыть. Лайнер лок. Лайнер заходит почти полностью. Запаса более чем достаточно, 2/3. Лайнеры облегчены с одной стороны. Вес ножа 114 грамм. Баланс почти на подпальцевой выемке, слегка сдвинут в сторону рукояти. Клин сатин. Симметричный, аккуратненький, что спуски, что сведение режущей кромки. Спуски прямые. Если здесь брать, то от обуха, от хола, скажем так. По обуху у нас сталь, кстати, D2. По обуху 3,5, сведение 0,45, нормальное. Хватит удобный, здесь есть насечки, вообще отличные. Практически любым хватом, по габаритам. 21,5 сантиметра общая длина. И длина клинка у нас почти 9,5, 93 миллиметра. А если брать режущую кромку, то будет немножко больше, 97 миллиметров. Вот такой интересный нож. Как всегда, качество очень хорошее при относительно бюджетной цене. Да, даже не относительно, реально бюджетной цене. Идеальное качество, рекомендую.